светает с неба? Или из лесу идет? Или из сугроба снега к нам приходит Новый год? Он, наверное, жил снежинкой на какой-нибудь звезде. Или прятался пушинкой у мороза в бороде. Спать залез он в холодильник. Или к белочке в дупло. Или в старенький будильник он забрался под стекло. Но всегда бывает чудо. На часах 12 бьет, и неведомо откуда к нам приходит Новый год. Чудо! Волшебство! В Новый год волшебство таится везде. Его можно увидеть в морозном узоре на стекле или на серебристой поверхности елочной игрушки. Надо только уметь фантазировать и мечтать. И сегодня мы собрались здесь не случайно. Ведь это не просто большая квартира с красивой мебелью, старинными фотографиями. Это квартира-музей Александра Ивановича Сумбатова-Южина. Вы можете увидеть его портрет в бронзовой раме. Великого актера одного из таких волшебных миров Малого театра. Мы тоже актеры этого театра. Мы долго учились, чтобы стать хоть немного волшебниками, которые умеют превращать простые вещи в волшебные. А вместе с нами сегодня наши друзья-музыканты, которые тоже являются волшебниками. Они умеют превращать простые звуки в прекрасную музыку. В этом доме когда-то, как и во всех домах и квартирах, тоже ставили новогоднюю елку. У вас дома елки уже давно наряжены, а у нас еще не совсем. Но мы это исправим. Мы будем наряжать ее вместе с вами. Поросенок был когда-то розовым лоскутком, просто тряпочкой, которая взялась неизвестно откуда. Век мой короток, думала тряпочка, буду вытирать пыль, мыть тарелки, быстро разлохмачусь, состарюсь, сотрусь до дыр, и тогда здравствуй, помойка. Но как-то ее достали, разрезали на множество кусочков, и руки большие, и руки маленькие. Шили поросенка. Лоскуток был грустный, а поросенок улыбался. Ведь ему нарисовали рот от уха до уха. Это руки маленькие взяли карандаш и нарисовали. А потом большие руки вышили ему глазки и приделали пробку пятачок от какого-то пузырька. Пятачок очень волновался, что пробку будет видно, но ее обтянули тоже розовой тканью. И тогда он стал весь розовый. Какая красота, сказал он, посмотрев на свои ножки. Какой я чудесный, сказал он, посмотрев на свои ручки. Нет меня прекраснее, сказал он, посмотрев на свой животик. И в самом деле это был чудесный поросенок. Он посмотрел на руки, которые его сделали. Ну, они тоже ничего, но все-таки не такие розовые, как я. Поэтому я самый замечательный розовый поросенок на свете! Надо сказать, что это был очень улыбчивый поросенок. Он улыбался всегда, и когда ему сказали, что он будет жить на елке, и когда его знакомили с елочными игрушками, в душе ему было жалко эти некрасивые стекляшки. Но как не улыбаться, когда в их стеклянных бачках отражается розовый пятачок и розовые ушки? Только успевай поворачиваться. Иногда маленькие руки пытались с ним играть. Они сажали его за столик и ставили перед ним маленькие тарелочки. А потом клали его в маленькую кроватку и укладывали его спать, накрывали его мягким пушистым одеялком. А иногда катали его в маленькой колясочке. Да, это был замечательный поросенок. Но ему эти игры совершенно не нравились. Любимым его развлечением было смотреться в собственное отражение. А зеркальца в царстве маленьких рук не было. Шли годы. Выцвела ткань. Она уже не была такая розовая. Стерлась улыбка. И даже куда-то
крутятся швы по бокам, свисая неряшливыми нитками. Чего только не делает время. А что это за розовая тряпочка у вас на елке? Сказал кто-то из гостей и взял в руки розового поросенка. Поросенок хотел улыбнуться, но у него не получилось. Это розовый поросенок. Мы его когда-то с мамой шили. Вот это вот стежки мои, а вот это мамины. Да, если бы ты знала, какой это был чудесный поросенок. Да, я катала его в старинном автомобиле и строила для него дворцы каждый день. Да, один краше другого. А однажды я брала его с собой на море. У него была самая большая песчаная башня на берегу. Если бы ты знала, какой это был чудесный поросенок. Я рассказывала ему свои секреты, он так внимательно слушал. Это был настоящий друг. Ты так интересно рассказываешь про эту тряпочку. Перестань! Он прожил жизнь, полную приключений. Поросенок попытался вспомнить автомобиль, дворцы, башню, море. Но не вспомнил ничего. Что ж там говорить о секретах? Он их никогда не слушал. Он никогда не был другом. Вся жизнь прошла мимо, подумал поросенок. И услышал глубоко внутри голос розового лоскутка. Вот и прошла жизнь. Значит, здравствуй, помойка. Он впервые разглядел сероглазую женщину и даже порозовел от стыда. Как жалко, что я замечал только себя. Как много у меня было, а теперь ничего, никогда я... Еще розовый, если приглядеться. Да, и как внимательно на меня смотрит. И поросенок действительно смотрел. Он впервые разглядел сероглазую женщину и руки, которые его шили. Они прекрасны, подумал поросенок. И даже не удивился, что кто-то может быть прекрасным, кроме него. Знаешь, а я нарисую ему новую улыбку, подошью все края, и приделаю новую пробку пятачок, он будет лучше прежнего. И ведь без него Новый год, он не Новый год. Может быть, Павлик захочет с ним поиграть? Может быть, лучше прежнего. Лучше прежнего, сказал поросенок. Ведь я друг, я же друг. А друзей должно быть очень много. И у меня их будет очень много. Поросенок огляделся, и он увидел.